Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить наших граждан. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Нужно уходить. Быстро! Хочешь сделку? Пошли! Сюда! Я знаю, где можно обойти. Пошли! Твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Джоэл, помоги мне. Эй, как ты? Выживу. Стойте, солдаты. Вон выход. Дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Нужно добраться до двери. Хорошо, не шумите. Так, осторожно. Сегодня их много. Дорога. Ах!
Черт, это же Уоррен. Прощай, друг. Нам пора, Марлин. Наверняка еще на солдат нарвемся. Точно. Идем. Уже недалеко. Скорее нам сюда. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что вы носим-то? Я покажу. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти. Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываюсь. Я Элли. С ней пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Ого, я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи, я просто иду за тобой. Сюда.
поживей. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦК подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму. И она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично! Супер. Пришли. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье... У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется.
Идем. Встречать. Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Стойте! Впереди патруль. Ну все. Ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Охренеть! Я за кордоном. Вот сюда. Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Сканируй, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Мы их хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они? Пара минут. Простите! Хренаж! Я и не думала, что вы их убьете. Вот. Смотри. Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. Черт. Тесс. Беги. Беги! Вставай! Бежим! Бежим! Твою ж мать! У меня 2 трупа. Сколько... За мной. Быстро. Соберись, Эли. Бежим по моему сигналу. И бегом! Элли, еще одна пробежка. Готова? Готова.
черт подери, сколько солдат? Солдаты, вон там. Да вижу, вижу. Похоже, прорвали. Проверить траншеи. Не лезьте. Черта не вижу. Они точно побежали сюда? Пригнись, а то заметят. Ну, Эви, за Джоэлом. Что впереди? Пока ничего. Там впереди еще. Здесь есть проход. Давай, Эли. Ну. О, черт, опять патруль. Пригнитесь. Много. Как мимо них пробраться? Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Смотрим там. Поищи внизу. Тесс, есть идеи. Куда нам? Не знаю, город. Куда она ведет? Вроде похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Ну как? Вроде можно пролезть. Стоп! Опять солдаты. Цель не обнаружена. Свернуть поиски и явиться в сектор 11. Нас пока не видят. По машинам. Не лезем на свет. Тесс, нам сюда, через трубу. Вроде тут есть проход. Держись рядом, Элли. Ладно. Стоп! Господи! Собираемся!
Возвращаемся к стене. Был приказ. Грузимся. Пошли, пошли. Вперед. Все, свалили. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона. И врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, Детес. А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Сюда. Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Надеюсь. С ума сойти. Так вот, какие эти дома вблизи. Такие высокие. Что тут случилось? Власти разбомбили окрестности карантинных зон. Надеялись прибить побольше зараженных. Помогло. Ненадолго. А это что за звук? Тесс, ты слышала? Да, но вроде бы далеко. Черт. Тут опасно? Пока нет. Идем. Ого, нифиговая пропасть. А вот и Капитолий. Да, нам придется обойти. Это типа центр города? Ага, а теперь тут пустырь. Сюда. Эй, Тесс! Иду! Его разорвали. Да. Труп еще свежий. Это плохо? Вероятно. Пойдем-ка отсюда. Еще один. Черт. Зараза, щелкун. Черт.
лицом у него что? Это значит, он давно заразился. То есть они... слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. Как летучие мыши? Как летучие мыши. Если услышишь их щелкать, сразу прячься. Черт. Все здание на честном слове держится. Пригнись. Охренительно. Все просто охренительно. Ну-ка, помоги. Ищем припасы. Черт! Вот это жесткач! Это точно. На, подлечись. Благодарю. Вот так. Глянь, если там проход. Ага. Чисто. Давай, Элли. Ну все, лезь. Давай. Теперь ты, Джоэл. Давай руку. Давай. Так. Щелкуны? Черт. Скорее, скорее. Выход на лестницу.
вроде все. Элли, ты как? Стремновато, конечно. А так порядок. Пошли. Секунду. Теперь вы, дамы. Давай. Не стой. Прохода нет. Полезем обратно? Охренительно. Просто не смотри вниз. Ты это серьезно? Идем, Элли. Да. Не смотреть вниз. Не смотреть вниз. Все, порядок. Завал на обосну. Бегуны. Пойду посмотрю. Останься с Элли. Спускайтесь! Ого, ну даешь, Джоэл. Пошли отсюда. Вперед. Погоди. Так. Видишь, все путем. Ну, не тормозим. Можно пролезть. Осторожно. Я тут подумала,
Вернем оружие и сможем немного пожить спокойно. Что я слышу? Ведь ты сам всегда предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь соглашусь. Поживем, увидим. Сюда. Тесс, сюда. Глянь на рукав. Цикады. Да. Похоже, дела у них и тут хреново. Надеюсь, у Капитолия нас все-таки встретят. Черт. Мы почти у выхода. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Элли, держись рядом, не отставай ни на шаг. Угу. Не зевай. Понял. Thank you.
Залезай. Офигеть! Мы дошли! Вы целы? Да. Нам пора. А вы крутые ребята. Просто везение. И оно на исходе. И куда нам, Тесс? Капитолий в той стороне. Порядок. Недавно заразились. Только что стали зомби. А значит, их тут много. Пора валить. Так. Залезайте. Джоэл, сюда. Может, тут срежем? В прошлый раз вышло охренительно. Ладно, молчу. Что, я не слышу? Быстрее. Они близко. Знаю! Так, хорошо, вперед! Так. У тебя что-то на ноге. Жесть. Обычный тихий спокойный солнечный день прервал ужасный стон, и изо всех щелей дверей вместо людей сотни страшных тварей вырвались, чтобы теперь питаться нами. Никто об этом и не думал, но это пришло. Зло в дома и квартиры всех уже трясло от того, что понять не мог никто, как бороться с ними и что нам суждено. Это эпидемия, люди заражены. Никто и никогда не видел такой войны, когда с одной стороны здоровые живые, а с другой ходячий труп, пути к тебе ищут любые. И наш с вами
нами герои бьется за выживание. Есть желание бороться еще за признание и доказать бездушным мутантам этим, что пока бьется сердце, не боимся смерти. И вот новый день в этом диком мире, в котором кроме зараженных есть еще чужие. Бандиты, мародеры, людоеды, группировки, им бы помогать друг другу, а они как волки. Нам предлагают сделку за хорошую награду. Провести девочку надо через 7 кругов ада, через зараженных, через ходы подземные, в которых лишний шаг и вперед ногами первые. Это путешествие будет длиться год. Почему узнает тот, кто игру пройдет? Куда направляются наши два героя? И чем так важен для всех этот ребенок? Для тебя больше 10 видов оружия. Не думай, что это мало, больше просто не нужно. Ну и конечно, можно улучшить свои пушки. Бронебойность, прицел — это уже не игрушки. Также можешь ты себе делать вещи: аптечку, нож, гранаты и похлеще, бомбы с гвоздями и коктейль Молотов. Все собрал сам и к войне готов. Как бы описать графику одним словом? Офигенно круто, супер или здорово? Все одно, графа просто мега. Тут 11 баллов, точно не помеха. Сюжет, в игре такой сюжет. Сценаристы фильмов, просите совет. И нет, не 10 баллов, а конечно тоже на 11 баллов больше похоже. Дико атмосферно, дико погружает. Иногда обстановку очень нагнетает. Сколько мы поставим музыки, а, друзья? 11, конечно, баллов, оценка моя. Просто отличный геймплей в отличной игре. Просто поверили, купи и сам провери. Сделано все удобно и доступно. Просто 11, просто все круто. Итог 11.0, и только так. По-другому не могу оценить никак. Если по играм остак, то обязан ты поиграть в эту игру, как и все мы. Еще одна ваша просьба, идем дальше. Ждем новинок игровых и хочется почаще. Ведь это просто счастье, такие игры для нас. Это рэп-гейм-обзор The Last of Us.